Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. А я продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня я зашла в новый проект, который находится на предстарте. Называется «Миллионер». Так вот проект выглядит. У меня уже есть партнеры, пришли ко мне по моей ссылочке, зарегистрировались. У меня на канале выложен маркетинг этого проекта, вот презентация, вернее, вот этот проект. Значит, так выглядит, как бы, страничка, когда перейдете по ссылочке. Значит, сами здесь можно почитайте, я не буду уже тут все перечитывать и затягивать видео. Вот. Ну, вот так вот она. Давайте я пролистаю. Простая регистрация, активация площадки, получение прибыли. Еще, значит, народ, конечно, сюда идет валом. Есть у них свой YouTube-канал. Есть вот, можно нажать, попасть в группу ВКонтакте, чтобы следить за новостями. Скайп-чата у меня нет. За один раз, ну, как вот предстарт, уже 313 человек, конечно, уже это, я считаю, много. Значит, далее, что у нас здесь? Маркетинг можно посмотреть. Здесь очень все подробно рассказано. Минимальный вход сюда 100 рублей. Тренар и бинар есть также 100 рублей. Вот. Я вот буду заходить на тренар за 100 рублей и на бинар также за 100 рублей. Значит, на бинар надо два приглашенных человека, как бы два партнера, или как их называют, реферала. А в тренар нужно три партнера. Вот здесь все расписано, вот за 200 рублей, за 300 рублей. И бинар тоже за 200 и за 300. Это все можно изучить. И здесь очень-очень все подробненько расписано. Значит, здесь у нас вопросы-ответы. Тоже это все можно прочесть. И новости. Вот. 14.0.16. Проект «Миллионер». Старт 20.06.18 года. Вот так. Ну, здесь вот 18.00 по Москве. И желательно быть вот в это время возле компьютера. Потому что вполне возможно, что нам придется нажимать на кнопочку. Регистрация здесь простая. Логин, имейл, пароль и прописать Payr кошелек обязательно. Я зайду в личный кабинет. Значит, так вот выглядит изнутри наш кабинет. Здесь сразу как бы наша статистика, сколько переходов по ссылке, всего рефералов, партнеров, будет отображаться, сколько закрыто площадок и наш заработок. И вот здесь сразу на главной страничке наша партнерская ссылочка. Нажимаем на нее. И партнерская ссылочка. Нажимаем копировать. Она скопирована. Здесь будет отображаться наш баланс. Далее. Здесь вот наши площадки. Вот я пойду, буду заходить на тренар за 100 рублей. И на бинар точно так же за 100 рублей. Старт активации и пополнение как бы кабинета в день как бы старта. Это все будет, значит, вот. Так что вы можете заходить или сюда за 100 рублей, или сюда за 100 рублей, или как я, и туда, и сюда. Вот. Значит, здесь буду отображаться у вас я, ваш куратор, также часто задаваемые вопросы, маркетинг. И вот здесь можно также присоединиться и подписаться на группу ВКонтакте. Далее, что здесь? Давайте пройдемся по вкладочкам. Наши площадки будут. Вот они.
Ашлинар, Бинар и так далее. Далее будут наши партнеры. Все рефералы активные, неактивные. Далее наша статистика здесь еще пусто. Так как старт будет еще только сегодня 16, то выходит через 4 дня. Даже меньше. Баланс. Пополнить, вывести. Далее инструменты, промо-материалы. Наши находятся баннеры, если кому надо. Обучающие инструменты. Здесь сообщения. Можно общаться между как бы со своими партнерами. Так, далее. Вот здесь у меня я загрузила аватарку. Как бы я вот сюда нажимаете вот на аватарку. Ваш профиль и настройки. Но это одно и то же. Нажимаем профиль. Можно вот здесь загрузить фото. Нажимаете и загружаете. И здесь сразу же, обратите внимание, отображается Payeer кошелек, который вы указывали при регистрации. Далее можно указать здесь свое имя. Это кто приглашает, чтобы партнеры могли связаться. Вот Skype, можно группу ВКонтакте указать. Так, Одноклассники, Facebook и YouTube. Это я все потом как бы укажу, все и сохранить, нажать. Как бы вашим рефералам, партнерам будет легче с вами связаться. А здесь изменить пароль, если кто захочет. Вот такой вот проект. Я думаю, что на самом старте я уже была в аналогичных проектах. И если заходить на самом старте, вполне возможно, что придется нажимать кнопочку. Я еще этого не знаю. И нужно желательно находиться возле компьютера в 18:00. Вот. Ну что, рассказала вроде как все. Продолжение, я думаю, будет следовать по этому проекту. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!